Дом 2 новости. Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта. На проект приехала мама Вани Барзикова. Сейчас парню морально тяжело. Женщина приехала поддержать сына на субботнем ток-шоу. Ванина мама дала советы также и Лизе Полыгаловой. Женя Кузин похвалил Артемову за успехи в кулинарии. Мужчина рассказал, что когда они только познакомились, Саша даже яичницу не умела готовить. А сейчас она делает пельмени, борщи, пироги. «Я очень горжусь тобой, моя любовь», – написал Кузин. Ольга Бузова в четвертый раз отметила 31-й день рождения. Услышать поздравительные тосты в свой адрес телеведущая предпочла в исключительно женской компании, устроив для подруг закрытую вечеринку в любимом ресторане «Ласточка». Для приглашенных жен футболистов, а также певиц Елены Темниковой и Ольги Орловой, именинница арендовала большой зал на всю ночь. Специальным гостем на празднике стала звезда 90-х Лада Дэнс. Певица подарила Ольге часовой концерт, исполнив свои главные хиты. Внимание подруг привлекли новые часы Бузовой. Как удалось выяснить, щедрый подарок от ювелирного дома «Граф» стоимостью 11 миллионов рублей Ольге преподнес тайный поклонник. А подруге вручили Бузовой белоснежного щенка «Шпица». Также телеведущую буквально засыпали новыми сумочками и туфлями от именитых дизайнеров. На проект вернулись Валера, Тата и Марина Тристановна. Вы рады? Пишите комментарии. Интересная новость сайта «Шлок». Ольга Ветер в февральском номере журнала «Дом-2» рассказала личные приемы, как прийти в форму после родов и сохранять ее долгое время. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро.